Участникам проекта читали лекции продолжительностью до 1 часа. Затем сразу выдавали практические задания, в которых можно было применить полученные знания. Среди навыков – создание, продвижение проектов, работа в информационной среде. Организатор форума – «Молодая гвардия Единой России». До этого практиковались в основном локальные обучающие семинары. В таком формате, чтобы на одной площадке собирались представители из разных населенных пунктов, мероприятие проводится впервые. В дальнейшем аналогичные форумы пройдут и в других федеральных округах. Мероприятия подобному этому действительно крайне важны. Почему? Во-первых, потому что у ребят есть возможность развивать свои идеи, проекты, обсуждать их и расширять их на уровне всего Южного федерального округа. Каждый приехал своими идеями, проектами из своего региона. Соответственно, итогом этой встречи станет реализация каких-то идей уже на более высоком, даже, может быть, федеральном уровне.